товарищи, всем привет! Очередной обзор. Лазерный дальномер от компании LaserWorks. Вернее, Laser Explorer. Дальномер LaserWorks 800 Special Edition. Bats Edition. Мы его решили назвать. Дежурная коробка. Без фантастики. Тряпочка. Шнурочек запястный. Чехол с дальномером. Зацепка на ремень. Здесь велкро, нормальная велкро, пористый, мягкий чехол, собственно говоря, скорее, кто-нибудь достаньте его быстрее. Перейдем к самому дальномеру, то есть вот такой вот LV800 Special Bats Edition. Модель, как я в описании, в общем-то, и писал, отголосками похожа на младших Бушнелли. Типа там Арктрус, там и прочие, какие-то не помню названия. Полимерный корпус, рубашка резиновая, можем видеть две кнопки. Он, мод, текстуру рубашки видите, надеюсь. Здесь у нас зацеп ремешка. Тут у нас батарейный отсек. Ну, короче, он на резьбе. Крышка рифленая. Текстурная, open, не open, это просто декор. Окуляр у нас довольно-таки тугой по системе, как у Никона, то есть ход у него совсем короткий. То есть хоп, хоп. Наглазник хороший, то есть хорошо отсекает глаз, полностью можно глазу прижать, можно его загнуть, если мешает. Система трехлинзовая, то есть излучатель и приемник немножко разнесены в разные линзы. Наверное, так надо. Что-то там внутри немножко видно. Так, ну теперь будем аккуратно, выключив подсветку, попробуем перейти к съемкам с дисплея. Так, ну погнали, будем немного снимать. Зажимаем стартовую кнопку ON и держим. Надеюсь, слышали вибрацию. Включился у нас дежурный режим. Дежурный режим, просто измерение. Шарашим в соседний отдел через стекло. Картинка в фокусе может плавать немного, но это будет связано с чем-то там. То есть базовая прицельная сетка у нас точка. В момент замера в разорванный круг заключается. Если мы сейчас просто пощелкаем модом, то будем увеличивать яркость. Ну, глазом, конечно, воспринимается лучше. Вот, то есть небольшие засветы идут дисплея, то есть сейчас камера на однерку видит хорошо, глаз видит не очень. В текущей ситуации глазом лучше на двойке пользоваться, тройка вот подзасвечивает, в темноте тоже однерка. Так, ну не суть важно, в общем-то довольно-таки комфортно смотрится. Если нам нужно там что-то там посканировать в этом режиме, то есть вот мы можем бабахать, то есть нормально. Чтобы перейти в режим дополнительных функций, зажимаем мода и удерживаем. Точка замигала. Сейчас можем переключаться той же моды короткими нажатиями. Фог. Режим для тумана. Ну, зафиксируем его, зажмем. Все, точка перестала мигать, режим подтвердили. Допустим, выстрелим. Видишь, что показывает. То есть это чисто для фога, когда нужно плотную среду пробивать. Следующий режим у нас будет Pin Seeker. Это режим первой цели, типа поиск флага. А как она здесь реализована, насколько корректно, не знаю, но по факту, вот он жужжит сейчас, типа флажок поймали. То есть узкую цель на фоне других целей ловить, как-то так должно это быть, выглядеть в жизни. Так, следующий режим у нас, тот же флажок, только плюс угломер. Зафиксировали, стрельнули, зажужжал, градус, дистанция. Следующий режим у нас идет истинная горизонтальная дистанция. То есть, если мы работаем угол, склон, подъем вверх, подъем вниз, опускание вверх, опускание вниз. То есть, дистанция плюс угол. Дистанция здесь уже откорректирована. Опять меняем, переходим в режим вертикальной дистанции. Вот сейчас будет трудно снимать.
Ну ладно, вот выстрелим сюда и выстрелим чуть пониже. И вот нам показывает разница 0.5 метра. Но на более крупных объектах, к сожалению, я проверять сейчас не буду, потому что на улке весьма холодно. Так, что там зажимаем опять? Опять смена режима. Возвращаемся в дежурный режим дежурных измерений. Если в режиме выбора функции нам нажать и удерживать кнопку ON, то мы можем изменить метры на ярды. Как-то так. К сожалению, на улице было плохо видно, засветов куча, но примерно, думаю, вы что-нибудь увидели, услышали. Lazerworks, Buds Edition, не знаю, будут ли они на рынке, но так, для общего развития. Всем пока!